Как долетели? Все хорошо. Время в пути заняло там чуть больше часа. Легли, отдохнули. Сегодня раскатимся. Вечером игра. В зону турбулентности не попали? Нет, все спокойно прошло. В штатном режиме. Как вам Казань, как город? Ну, не первый раз уже здесь. Великолепный город. Но мы же не на экскурсию приехали, а какие-то. Что скажете о предстоящей вечерней игре сегодня? Начало чемпионата. Команда Барс очень сильная. Фарм-клуб все-таки чемпионов КХЛ. Сказать то, что нужно набирать на старте очки, чтобы потом не было тяжело.